Ля, что за таджик? Всем салют, это наконец-то новый влог из Душанбе, и мы большой компанией собираемся в Софедору. Вот такая вот в Душанбе погода, немного слякоть, немного дождь, хотя должен быть снег, но нет. Нам нужно еще высоко-высоко подниматься, но Рэнджик отказывается это делать. Вот так, не успел, сука. Ебать, сам тоже упал. Ребят, супер дико извиняюсь за то, что вот такое показываю, такие виды. Ой. А вот это что за благодать, а? О май гад. Вай! Короче, мы сейчас будем с Анюткой орать. Оно, погнали. Ты готов? Давай, вот так. Давай. Вот. 3, 2, 1. Ну что, всем ассаламу алейкум. Мы находимся в Софедаре. Уверен, многие знают это место. В городе нету снега, поэтому все прутся сюда, чтобы отдыхать, веселиться. Вон людишки. Скоро мы к ним направимся и составим компанию. А ну, упади разок! Синекрузер, расскажите нам, пожалуйста, где мы находимся, что это за место? Мы находимся в ебаной дыре. В Софедоре мы находимся. В целом, одно и то же. Не одно и то же, да? Мы просто соскучились по снегу, честно. В Душанбе не видать снега в этом году, мы уже это поняли. Вот, поэтому приехали сюда, в горы, чтобы хотя бы увидеть, почувствовать этот снег. Немножко снега с собой возьмем, потому что мы один контейнер возьмем. Подарим, продадим. Ля, что за таджик? Ты что так снимаешь? Ты хочешь опять себе... Ребят, я 2 года не был на льду. Стремно, коньки неудобные. Ёртызы. Поехали! А вы чё? Лепеч! Как давно этого не было, а? Короче, я наконец-то спустя 2 года, последний раз я в Москве был на льду, стал снова на ноги, и вот с таким наишикарнейшим видом катаюсь на коньках. Я уже устал, это все из-за плоскостопия. Короче, наша компания немного все разошлись, кто-то пошел на ватрушках кататься, кто-то пошел на лыжах, кто-то, как эта штука называется, не катамаран, а этот, ну вы поняли, да? Вот это, канатная дорога. Вот, а я 2 года как уже не был, как я уже говорил, на льду. Поэтому катаюсь немного. Вам здесь у нас, в Софедаре. Мне выиграли колечко в тире. Кто выиграл? Да, а Кофе Рос выиграл колечко в тире. Тебе что-нибудь выиграли? Я сама выиграла, эту жизнь. Че? О, флип-флап. Пойдемте тоже сейчас постреляем тогда. На хохлушек? На ватрушек. Ты нормально делай, нормально будет. Ой, это что за метка с него? Это какая попытка уже? Нормально. Шапки это не мое, но ушки держатся для, хотя погода замечательная. Солнце, все дела.
Елка. Сожжем эту елку. Я там окна. Последний раз. Все. Куртку держи. Нека, я бурмак, но... Не тяжелый, поэтому... Да. О, молодец! Какую, бля? Где мои деньги? Хочу людей! Хитка, как сами там. Все, мы на канатку, на высоту 2500. Дальше, наверное, покушаем и дальше поедем. Ёб твою мать, красота. Через камеру. Нормально. О, что-то. Пятишки, мы на высоте 2590 метров. Поднялись и сейчас еще дальше будем подниматься. Hello. Видите мою тень? Вот хочется две руки вот так вот поднять и кричать тут просто. Посмотрите эту красоту, а. Джамиля. Пипец красиво, да? Да, в ТВК. Да, я таджик, еду на джип, на мне живанш, рядом малыш. Да, я таджик, еду на джип, на мне живанш, рядом малыш. Да, хоть и не звезда, на шее 3 рубля. Рядом со мной сучки, салам алейкум, Москва. Видишь, тут один, какой там сквад. Мой город Душанбе, не город Арай. Слышь, да, я стал с нищеты, так что не боюсь упасть. Я мечтал всегда о сцене, попробуй мне помешать. Сори за попсу, у, лэбда нахуй, фу, фу. Хотя жары, сони, вернее.